Два человека погибли в результате нападения во французском Марселе. Неизвестный с ножом атаковал прохожих на вокзале Сен-Шарль. По словам очевидцев, он выкрикивал «Аллах Акбар». Полиция застрелила злоумышленника. Сейчас район оцеплен, и дело это расследуют как террористический акт. Я доставал свой билет, когда услышал, что возле вокзала кричат женщины. Люди бежали, но я не понял, что происходит. На расстоянии я видел, как люди бегут к вокзалу и заходят внутрь. Полицейские разбежались по углам с оружием наготове. Нас вывели из поезда и завели на безопасную платформу. Оттуда эвакуировали к выходу. Затем полицейские установили периметр безопасности.